Первая музыкальная прогулка состоялась в музее Островского. Концерт назвали «Музыка слова». Звучали поэтические произведения Шекспира, стихи сочинской поэтессы Валентины Саковой и классические мелодии, знакомые каждому, сыграл квартет имени Рахманинова. Музыкальные променады пройдут также в Художественном музее и Музее истории города Сочи. В Художественном музее выступление солистов камерной филармонии будет сопровождать новая экспозиция из музейной коллекции. Разбираться в нюансах живописи и интонациях музыки вместе с посетителями музея будут учащиеся детских художественных школ. В Музее истории города-курорта будет проходить культурно-исторический променад. Этот проект совместно с молодыми литераторами, с молодыми поэтами, с молодыми чтецами города Сочи, которые точно так же проявили интерес к этому проекту. Наши надежды связаны на том, что проект будет ежемесячным, будет регулярным. Это, соответственно, абсолютно бесплатное мероприятие для жителей города. Это подарок всем гостям, всем жителям города